Жители Видного переполошились. В понедельник, 26 октября, у всех сразу перестали вдруг показывать телевизоры. А на следующий день вроде бы работа возобновилась, но привычные каналы исчезли со своих кнопок. И в редакцию «Видное ТВ» посыпались звонки. «Видное ТВ, позвоните, пожалуйста, по номеру 541-4088. Это номер нашей инженерной службы. Там ответят на все ваши вопросы». За разъяснениями мы обратились к специалистам инженерной службы МАУК ВДК. Согласно приказу 325-го Министерства связи и массовых коммуникаций, от 1 сентября 2015 года к нам поступило распоряжение об обязательном соблюдении последовательности каналов, теле- и радиоканалов, которые кабельный оператор должен обязательно выполнить. Значит, соответственно, это говорит о том, что телевизионные каналы должны идти в определенной последовательности друг за другом. Вот. И каждому каналу назначена своя кнопка. Были проведены работы по сортировке этих каналов и выставлению согласно этого приказа. И, соответственно, у людей, да, поменялись нумерация каналов, некоторые каналы у них сбились, некоторые, грубо говоря, которые были на старых частотах, они переместились на новые частоты и перестали показывать там, где, в общем-то, они были на старых местах. Соответственно, для того, чтобы все это дело привести в порядок, надо просто-напросто перенастроить телевизор в автоматическом режиме. При автоматической настройке телевизора аналоговых каналов телевизор сам настроит эти каналы и выстроит по той частотной сетке, которая запрограммирована на головной станции. Вот. А уже сортировка каналов на самом телевизоре, то есть это уже, как говорится, на усмотрение абонента, то есть сам абонент на своем телевизионном приемнике может выставить их в любой последовательности, как ему считается удобным. Те, кто, к сожалению, совсем никак не владеет техникой, ну, соответственно, идем навстречу и помогаем настраивать такие телевизоры. Еще раз напоминаем вам телефон инженерной службы Видновской дирекции киносети, куда можно обратиться за разъяснениями. 8 495 541 40 88.